Мы должны одно понять. Арикат аль-устар, такой человек, как Ахмад Хаджи Афанди, кадас Аллаху сирраху, если хоть один такой человек будет во всем мире, если не будет ни одного Корана, ни одной книги, который написал Алим, которые шариатские книги, исламские книги, если не будет даже ни одного хадиса, если просто такой человек один останется, он весь ислам с нуля поднимет. Мы это должны знать. Заману Наби. Кто такой? Заману Наби. Нижир Замана Ишул Аварак. Пророк времени является Муршид. Сейчас, чтобы вы знали. Надо настораживаться, Арсен, чтобы в адрес таких людей что-либо говорить. Цорусул Хадаралда. Вот на волосинку, если сомневаешься в словах такого человека, у такого человека ахир будет очень плохой. Очень плохой. Он в куфре умрет. Если даже говорит, если он перечитал человек все книги, которые есть, если он даже говорит, прочитал Коран, если он даже знает там миллион хадисов пророка, если у него есть сомнения в муршиде, если у него есть сомнения в тарикатском муршиде, то, говорит, этот человек в куфре умрет. Кто воровал и кормит детей, у них дети, говорят, наркоманами становятся и ваххабистами становятся. Если вы не верите, на себя проверяйте вы. Можете так проверять. Если моим словам не верите, спросите у Расула.